Окей. Смотрите, никого нету опять. Только мы. Такая беседка уютная. Завтрак идем сюда опять завтракать. Очень мне этот мотель нравится. Сюда и с собаками можно. Имейте в виду. Купальник мне неохота вытаскивать из чемодана. Сразу не положила нужные вещи для остановки. И все. Неохота мне его из машины вытягивать. Вот тут для собачек. А тут для курилок. Смотрите, какой заманчивый бассейн. Но он холодный. Вот здесь я тогда оставила часы. Слушайте, ну знаете, короче, вообще что-то что не позвонили. Ой, тормоз. Может, мне их не так жалко было. Вот тогда от компьютера зарядку мне было ужасно жалко. Сразу же позвонили, у меня все настроение испортилось. А часы почему-то нет. Ага. Ну, I don't need, thank you. I don't want swim. А тут, видимо, как-то мне их не жалко, что ли, было. Даже не могу понять, почему. Приехали. Такой большой куст вот у нас вырос. Классно. И вот нападалось дерево. Вот такая ерунда. Видимо, долго лежала. Тут же дожди были. Погода прекрасная. Просто прекрасная. Сколько раз приезжали, ни разу тут жары у нас не было. В которой жить невозможно. Вот в Калифорнии сейчас была. Вот эта жара. Там, конечно, мало 5 дней. Но она была. Да будет свет. Все отлично, хорошо. Светленький домик, высокие потолочки. Дневной свет. Перевезли корзинку с нами. Что-то мы какие-то синие уже стали. Посинели. Так, комнатка. Все в порядке у нас. Рик оставил чек на $75 тому, кто ремонтировал машину. Стиральную, что-то она там, не знаю, что с ней было. И он не взял, работник. Слушайте, первый раз приехали, что горы зеленые. Представляете, видимо, тут муссоны эти шли, как, я не знаю, неделю или сколько. Вот я в этом комбезе новом. Господи, всю дорогу ехала, какой он удобный, длинный, шикарный. Приехали в Аризону. Тут, представляете, газ 3,69. У нас в Калифорнии $7 почти. Вы представляете, в два раза почти. Ну, почти в два раза. Меньше. Все открыто, пусто. Столько народу сегодня было в ресторане. Мы думали, все приехали, эти сноубёрдс. Нет? Пришли купаться, друзья. Меня совесть мучает вообще ужасно. Давай сегодня платить за гараж, вот за этот, за сторож. И вы представляете, там цена сейчас выросла за месяц. Я платила 257, открываю 325. Я такая, ни хрена себе, знаете. Зарика зову, это что, говорю, такое? Он говорит, повысилось. Говорит, твою мать, да нахрен мне этот сторож нужен? Я думаю, со следующего месяца я его уберу. И давай вспоминать, что у меня в этом стороже-то. Что там, полочки какие-то, скамейка я сдам в Костко. И вдруг мне в голову как ударяет, там стул этот. Это, ну, для пляжа и для всего. И представляете, и мне прямо аж чуть плохо не стало. Я же чуть с Риком не развелась из-за этого. Стула проклятого. Я же так орала на него. Сидит там в джакузи, не знает, что этот стул нашелся. Я сейчас думаю, мне его нельзя домой приносить. Потому что он скажет, ты что, вообще, что ли? Я его чуть не убила, реально. Но я рассказывала до этого в видео, по-моему. В общем, выкидывать надо будет. Память дырявая вообще. Утро. Сегодня Рик сказал, не очень красивый закат был. Так себе. Ой, как классно. Ой, открыли окошечко. Какой вид красивый. Сегодня поедем продукты закупать. К нам в понедельник приедут друзья. Друзья, родственники. На недельку.
Птички поют. Есть нечего. Ладно, я привезла хлеб с Калифорнии. Знаете, неохота в магазин ехать. Вечером с мужем поедем, закупимся. Вот кока-колу он привез, а я вот такую вот буханочку хлеба жарю утром и ем. 3 корочки хлеба. А муж ел с молоком хлопья. Вы посмотрите, я 10 лет такого не видела. Чтоб меня так закусали комары. Такая погода классная, представляете, а комары кусают, сволочи. Кошмар. Поели в ресторане, и муж поехал на гольф-машинке, я на машине, и хочу вперед его приехать домой. Получается, на перегонки едем до дома по разным дорогам. Капец, я приехала домой, он уже дома. Я представляю, как он гнал, чтоб меня обогнать. Кошмар, я аж не верю. Касс, без друга мы идем кушать вдвоем. Я думала, друг с нами тоже. Вот одинокий мужчина, уже 15 лет, по-моему, он не женат. И вот как ему навяжешь женщину? Ему уже так хорошо, он тут для себя живет, большой дом у него с бассейном. И никого ему не надо. Вот как навязать? Как сказать, что ой, такие прекрасные женщины у нас. Аризонская жизнь. Ой, как красиво. Видите, каждый раз опять разные. Вот в этот раз зеленые горы. Шикарно. Еда вообще мне уже надоела, это американская, вот я вам честно скажу. Я даже не знаю, что выбирать, потому что мне все не нравится. Бургеры какие-то, этот курица в этом, в пассировке в такой мощной. Тут у каждого вот направление, допустим, тут ресторан, там ресторан, там ресторан, там. 4 ресторана этих, бассейна, и тут по-разному называется. Вот это называется Preserve, потом там Mountain View, потом еще какие-то. И я, понимаете, я не запоминаю, потому что, во-первых, мы тут не живем все время, и, во-вторых, мне что-то это трудно направление, знаете, вспомнить так, в этом направлении Preserve, в этом Mountain View. Я сейчас говорю, а где это? Он говорит, ты что? Говорит, не можешь запомнить? И я вот так вот, а если я ему скажу наши районы? Так, давай приезжай в Кировский район или в Ботанический. Это вообще разные стороны. Фиг он запомнит. Ой, какая бабочка, не могу ее поймать, вот так кажется. Вот. Ух ты, две еще прилетело.